середине августа на участке первого этапа реконструкции улицы Чистяковой будет полностью уложен асфальт. Проверить ход строительных работ на объекте приехал глава округа Андрей Иванов. Пообщался с жителями и подрядчиками. В планах у нас было устройство асфальтобетонного покрытия на вот этом участке до конца июля. Мы смещаем его максимум на 2 недели. Хотя переустройство газа нас задержало там больше, чем на 2 месяца. После осмотра территории – совещание по рабочим моментам. Для наглядности и детального обсуждения этапов стройки на экране кадры с квадрокоптера. Так проще ответить на вопросы местных жителей. Андрей Иванов выслушал всех и обещал проконтролировать выполнение поставленных горожанами задач. Мы договорились, что жителям посадим крупняк, вот на меру, чтобы это было еще неким зеленым таким фоном защитным от шума дороги. То, о чем они, собственно, и там говорили изначально, что был такой маленький сперик. Сейчас на объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций – газопровода, водопровода, сетей, связи и электросетей. В целом строительство идет по графику. Планируется у нас завершение основных работ до конца 2022 года с тем, чтобы открыть движение и полностью уже обеспечить комфортное, значит, перемещение граждан на автомобилях, так и пешком. При этом для пешеходов запланированы тротуары протяженностью более 2 километров, а на следующий год проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Ольга Дмитриева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».